Так, вот мы пришли. А, вот. Остановилась, короче. Ну-ка. Тут трещина. Видим, вот где-то здесь. Надо. И так как она была у нас подружайка 6 лет, значит, где-то здесь должна. Нет. Сейчас будем искать. О! Офигеть! Со второго раза. Прикол. Займусь этим позже, когда будет время. В смысле, да давай иди туда. А! Боже мой. Да, хорошо. Так, попали куда-то. Ну-ка. Рисунок тачки. Ля, тут смотрите, прям. Теперь это искусство. Окно. Как стадион горит. Откусит кусок от пенсионного фонда. Да. Так, это окно. Что тут? Стол Корлея. Ну-ка, посмотрим. Очень простой, без ящиков. Мебель двинуть? Нет. Опа, что тайник? Ну-ка. А, вот и пароль. Ну-ка, тут сколько? 6 цифр. Так, есть такое у меня записано. Ну-ка, давайте попробую. Так, 5. 2 четверки. 9. 2. Ну-ка. Получилось. Правильный пароль. Здесь какая-то карточка. Правильный пароль подобрал. Ребенка, я уверен, что это завещание Корли. Так, забирай. Он открыт. Пусто. А, типа, все взял, ладно. Так, что тут такое есть у нас? Три двери. Закрыто. Опа. Кажется, собрание началось. Он был не только вдохновляющим лидером, но и большим личным другом. А кто это там стоит? Его потеря нас глубоко потрясла. Мы с Малькольмом часто обсуждали будущее. Мы говорили о дне, когда Корли Моторс преодолеет положение новичка и перейдет в автомобильную эру. И хотя его трагическая кончина произошла раньше, чем кто-либо ожидал, мысли Малькольма Корлея живут. И я воплощу в жизнь его мечты во имя памяти о нем. Леди и джентльмены, я рад представить вам будущее Корли Моторс. Микроавтобус Корли. Корли был прав. Он не хотел этих микроавтобусов. Эй, кто ты? Опа. Но ты здесь. Эй, охрана! Эй, в смысле? Охрана! Ты чего спишь? Так, попались. Вниз по коридору. Шевелись! Какая злая тетка. А, ну, прятаться от охранников мы уже умеем. Так, а ну-ка. Короче, в эту дверь не заходим. Закрыто. Ну-ка. Не хотелось бы включить какую-нибудь сирену. Так, ну-ка. А, вот карточка, вот эту вот карточку надо, наверное. Опа. Есть. Так, что тут есть у нас?
Так, эта дверь-то, наверное, к той тетеньке, да? Ну-ка. Что там бубнит, общенациональная компания. Давайте ему напахостим. И уйдем. Опа. Что за... Что, черт возьми, здесь происходит? Я занимаюсь. Только заменю лампу и управление мотором. Ну да. Я был... Ненавижу это старое железо. Мой ремень и то не надо так часто чинить. Какая сварливая вообще, да? Ну-ка, а вот здесь вот смотрите, горит, это значит что-то там такое, да? Мотор, ну-ка. И уходим. Что будет, если мы одну штуку опустим? Ну-ка. Ай-яй-яй. Это невыносимо! Я занимаюсь. Мотор встал, вот и все. Погоди минуту. Не тот рычаг. Ну да. Дернул. Теперь, когда... Ну-ка. Давай. Не надо больше. Не надо больше. Что-то с лампой. Сейчас починю. Ну да. Как я и говорил. Ну-ка, если ногой пнуть? Нет. Мотор, лампу. Опускаем. Если второй раз так сделать. Пари погромче. Ты в рубке? Проснись! Только заменю лампу и управление мотором. По крайней мере, пленка-то не сгорела, а? А, пленка сгорела. А как сделать, чтобы она сгорела? Так, так, надо, чтобы... Она сказала, пленка не сгорела. Значит, надо, чтобы она сгорела. Так, заходим. Может быть, я тут чего-то не досмотрел? А может, у нас что-то есть? Кролики... Например. Приберегу эту цепь для друзей в старом каньоне. Ладно, хорошо. О, ну-ка. А если так? Лампу сильнее сделали. Опять ты за свое. Мы корпорация высоких технологий. Этого не должно происходить. Ну да. Я прошу прощения. Хорошо, я понял, что... Это можно теперь и... Лампу уберем. Вон там зашумело что-то. Тебя доберусь. Я как раз собирался сделать это с тобой. Вернемся к презентации. Все нормально. Это... я не тупой. Это просто я... Это просто я довожу питбургера до нервного срыва. Можно заменить.
Как только собрание закончится, ты уволена. Как я и говорил. Все идет у него не так, да? Ну-ка. Смотрим, что будет. Да ладно. Я буду лупить тебя, пока не развалишься, старый хлам. Я могу сделать тебе и похуже, чем просто уволить. Вернемся к презентации. Что ж тебе надо сделать-то? Вот этот мотор давайте отключим. А это... Эти... Что вы видите сейчас перед собой? Так... О! Ля! У нас успехи. О, отлично! Это катастрофа! Что мне сказать? Да-да-да, катастрофа. Придется здесь немного повозиться. Почему бы тебе не пошутить? Я совсем не знаю шуток. Знаете, это напоминает мне классный анекдот. Ну, давай, рассказывай. Про... Так, пока никаких идей. Хорошо. Слушайте, теперь, так как эта женщина здесь возится, я могу... Что тут у нас есть? Монитор. Отсюда видна вся компания. А, вот он еще говорит что-то. Проектор. Ага, это средство массовой информации. Я понял, я догадался. Вот это вот берем. Так. Сам. О, смотрим. А Марин тут вообще есть? Она тут присутствует? Эй, да. Если вы слышите меня, я покаркаю. Итак, люди должны продвигаться по карьере и не мешать другим. Вот об этом я как раз и собираюсь порассуждать. Все, попал, мужик. Я готовил свое место для кое-кого, кто займет его в Корли Моторс. И это отнюдь не варюга Адриан Рипбургер. Рип, твое место не в руководстве моей компании. Твое место в тюрьме. Я позволял этому типу слишком много болтать, а своей дочке не давал шанс. Он был неправ, и я был неправ. Я должен был быть на ее стороне. Я надеюсь, Марин, ты простишь меня, возглавишь Корли Моторс и будешь руководить им, как считаешь нужным. Вот что я думаю. Как же, черт, изменить все это? Я... Какой же он стрёмный тут на фотографии, да? Короче, попал мужик. Сеансом Алькольма у психиатра. Перед кончиной он страдал параноидальной... Вот она! Всё-таки она тут есть. Силы, которые возникли внутри его самого. Это одна из них. Дамы и господа, меня ушёл сразу. И у меня есть. Сейчас спорим, убежит. Вы скоро увидите, почему этот человек должен сидеть в тюрьме. Эй! Все, убежал? Вон он идет. Ковыляет, блин. И потом он послал своих головорезов за мной. Уехал! Гад! В свое время мы отправимся за твоим блестящим трейлером. Да, конечно, у нас есть все необходимое оборудование. Есть вопросы? Бежал. А, голос дьявола. Иди сюда, Бен.
Мы не классно выбираем. Мы, наконец, там, где и должны были бы быть. Итак, после того, как мы почти... Хороший конец. Мы поедем вызволять мою банду из тюряги. А потом ты пойдешь покупать деловой газ. Не напоминай мне. Не ной, тебе предстоит. Все, конец, да? В этом месте я устрою уголок мира и покоя. Опа-на. Вот тебе и конец. Приехал, Влад. Вот он, Фанючка. Вот он. Ай-яй-яй. Сбил. Вот гад. Она прервала мою речь, Бен. Она не должна была бы этого делать. Я как раз собирался рассказать... Самолет! Ты не мог бы сделать, чтобы эта колымага ехала побыстрее? Так, свои ребята приехали. Короче, получается, машину туда надо запихнуть. Так, что, где? Решетка. Ну-ка, дайте решетку. Попробуем. Вентилятор, хорошо. Так, что? Вот здесь что-то еще, да? Панель. Ну-ка, панель попробуем. Ну-ка. Может, отнять у него палку эту свою. Трость Рипа. Ну-ка, опа. Тебе понадобится больше, чем трость, когда я доберусь до тебя, Рипбурген. Сейчас, ну-ка. Теперь трость нужно в этот вентилятор прыгнуть. Фигак. Так, залезли. Бензопровод. Хорошо, надо что-то с ним сделать. Не двигается. Так, хорошо, руками, значит, не надо это делать. Значит, это надо сделать чем-то, вот этим. Так, промазал. Вот так. Не вижу в этом ничего необычного. В смысле? Ты, давай это самое... Знал, что я вернусь сюда. А, вот этот может быть. Ну-ка. Сейчас тыкнем. Получается, смотрите. Живая, живая. Вылезает, смотрите. Никто не нападет на меня сзади. Опа, никто, да? Так. Ой-ой-ой! А, они тут только по прямой стреляют. Так, никто не умер. Ой, все сломалось. Сказал, не двигается. Я сказала, что он не летает, но на нем можно ехать. Ого! Ой, у нас пропасть. Ты собираешься прикончить нас всех. Шш, Бен, не порти финал. Как остановить эту штуковину? Как? Самолета. Ох-ох-ох. Вот это, конечно, да. Так. Идем сюда. Пулемета же, блин! Осторожно, Бен! Хорошо. Залез. Так, так. О, включил, да. Так, управление. Так, так, так. Он же на шасси едет, да? Значит, может быть, взлет? Режим? Шасси? Вот, убираем шасси. Ничего. Да, уберется шасси, и он сейчас затормозит. Бля, ну и махина вообще. Здоровая, огромная. Что ты сделал? Он хотел выстрелить. Гад. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Смотрите, он там, этот, Рипбургер повис, короче. На пулемете, по-моему, повис. Бен, ты жив? Живой. А как там Рипбургер? Я вижу его. Готов, спекся. Быстрее, поднимайся сюда. Да, вот он на этом самом, на пулемете. Сейчас мы, подождите. Так, главное меню. Главное меню. Защита, наверное. Вооружение. Управление, может быть. Отключим. Отключили. О, все. Все, да? Какой-то прикол был. Что-то там было написано. Все. Правильная реакция. Вот и Рипбургер, все. Ладно, давайте идем обратно. Ой-ой-ой, а как ты полез-то? Ля, нифига себе. Я бы вообще обосрался бы в этот момент. Ой-ой-ой. Чё? Так. А, вот, смотрите. А, тачка, давайте уезжаем отсюда. Давай, тут все горит сейчас. Вон, взрывается все. Бля. Красиво было. Что, заставка будет дальше? О, подружайка. Была для него игрой. О, все друзья и тут собрались. И он играл в нее по своим правилам. Он был тайной для большинства из нас. И продолжает вдохновлять всех нас. Он дал нам свободу. Он дал нам силу. Он дал нам крылья. Он дал нам колеса. О, папаша. Тут. Спасибо, офигеть. Маркон Корлей, за то, что ты дал нам мечту, которая никогда не умрет. Итак. Итак. Может, нам пообедать как-нибудь на следующей неделе? Ага, можно. Обед звучит классно. Ничего ведь не изменится, а, Бен? Я имею в виду от того, что я стала теперь главой компании, живу во дворце и раскатываю в лимузине. Это ведь не означает, что мы не будем проводить время вместе, а? Послушай, Мо, ты теперь больше не должна возиться с такими, как я. Ты теперь в другой лиге. Но, Бен, минутку. Алло? Что? Нет, это идиотизм. Ну не придурок ли? Отложи встречу на 5 часов и скажи заводскому начальству, что я сама приеду и проверю все это. Я знаю, я об этом сказала. Простите, что вы сказали? Нет. Во-первых, этот сплав был с трещиной. Ага. Да. Хорошо. Отлично.